20 участникам бунта в 35-й колонии предъявлено обвинение. Это дело станет одним из самых объемных в судебной системе Хакасии. В данный момент расследование подробностей произошедшего активно проводят следователи. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу исполняющий обязанности руководителя следственного управления Вячеслав Павин. Итак, двум десяткам заключенным обвинение предъявлено и еще под подозрением более 100 человек. Роль каждого из них сейчас устанавливается. Свидетелей же будет более 500 человек. Напомню, бунт в колонии общего режима номер 35 в поселке Молодежном разгорелся в июле прошлого года. Заключенные устроили массовые беспорядки, необоснованно требуя смягчения режима содержания. Подавить протест удалось только силами спецназа. Сейчас здание общежития полностью восстановлено. Что касается заключенных, попавших под новое следствие, они переведены в СИЗО. После того, как суд установит вину каждого, многим из них придется сменить более демократичный общий режим, в котором они отбывали на наказание на строгий. Надо провести и экспертизы, и другие следственные действия, допросить свидетелей. Свидетелей как со стороны работников СИН, так и со стороны осужденных. Это порядка 600 человек. Это объемное, очень объемное производство. Не скажу, что оно представляет какую-то сложность, но объем очень большой. И вот и оценка каждого показания и проверка его будет занимать определенное количество времени.